Мусорные пятачки приводят к новым стандартам Минэкологии. Обязательные условия – твердое покрытие, крыша, ограждение и баки для раздельного сбора мусора. Модернизация идет как в городе, так и на селе. Подробности у Николая Матюнина. Первая в окружном списке на переделку – мусорная площадка в Новощапово. Ее укрепят твердым покрытием, подведут под крышу и оградят с трех сторон. Правда, не рифленой металлопанелью, а рабицей. Мы в прошлом году мы делали полностью три стороны из профлиста, а в этом году мы применяем сетку. Для чего? Для того, чтобы, к сожалению, у нас на профлисты очень много клеится рекламы, и они имеют неприглядный вид. Для раздельного сбора мусора установят 4 бака для органических отходов и 2 сетчатых контейнера для стекла, пластика и бумаги. Эти отходы пойдут на вторичную переработку. Место для нового основания готово. Кроме того, приступили и к монтажу конструкции. Сложности, которые только возникают при укладке бордюра, потому что на площадке лежали плиты. Плиты частично демонтировались, и на их место уже укладывается новый бордюрный камень, и, соответственно, будет заливаться новое бетонное основание. А вот контейнерную площадку в Малом Щапово возводят, что называется, с нуля. Пока же местным жителям приходится выносить мусор в соседнюю деревню, но скоро ситуация изменится. Площадка выполняется из материалов – это бетон, бордюрный камень, металлопрофиль и сетка 3D – это будут стены. Соответственно, как бы конструкция возводится там в кратчайшие сроки, конструкция крепкая и для долгой службы. Модернизирует и устанавливает новые мусорные площадки муниципалитет, а вот контейнеры поставляет региональный оператор «Экопромсервис». Первая приемка обновленных площадок запланирована на эту неделю. Николай Матюнин, Александр Сидей, Анастасия Гарбузова, новости дня.